также в этом году запланировано дальнейшее обустройство старого Свияжского пляжа. Вырубка аварийных деревьев, завоз песка, очистка береговой линии от ила, грязи и камышей. Устройство детской игровой и волейбольных площадок, кабинок для переодевания, восстановление дорожного полотна по улице Ульяновская, обустройство автопарковки. Комплексная реконструкция – основная цель в благоустройстве дворов. В первую очередь будет проведен демонтаж старых, отслуживших свой срок элементов благоустройства, таких как нефункционирующие спортивные тренажеры, детские игровые площадки, лавки. В 2016 году новыми малыми архитектурными формами планируется оборудовать 190 дворовых территорий. Для решения проблемы парковки на газонах и детских игровых площадках планируется расширить проезды и организовать дополнительные парковочные карманы. Работы по комплексному ремонту и благоустройству запланированы на спуске Минаева и лестнице, ведущей к речному порту. На данном участке будет произведено восстановление тротуара, ремонт дороги, обрезка деревьев и кустарников, а также работа с собственниками частных домов по приведению в нормативное состояние заборов, ограждений и фасадов.